Государственный театр оперы и балета с триумфом возвращается домой. Сегодня в Якутск из Москвы прибыл второй самолет с артистами балета, хора и оркестра. Напомним, что на днях театр завершил свой большой гастрольный тур. В программе значились выступления в ведущих театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска и других городов Центральной России. Также шедевры русской оперы и балета, а также постановки якутских композиторов театр представил в городах Литвы и Белоруссии. Большие, трудные, продолжительные такие гастроли, но я думаю, что весь наш театр, все артисты, оркестр, хор, балет, солисты, они все отработали на высочайшем уровне. Наши спектакли, они, конечно, имели огромный успех, зрители очень заинтересовались. И вообще, мне кажется, что мы какой-то сделали такой имиджевый такой шаг вперед, потому что наш театр теперь уже там, на Западе, в Европе хорошо знают и ждут, и приглашают. И вообще, конечно, то, что мы проделали эту большую работу, для нас, конечно, это очень большой плюс. И вообще, конечно, это наша победа.